Еще вопрос по теме мероприятия. Если возможно, спутник Армении, переговоры по снабдообразованию и поставкам газа, они постоянно ведутся, на какой стадии они находятся сейчас, и какая логика снабдообразования сейчас усваивает армянскую и российскую сторону? Хороший вопрос, безусловно, и очень актуальный. Я на данный момент к конкретике подходить не буду. Почему? Потому что на самом деле даже на данный момент идут переговорные процессы. Соответственно, я пока не считаю возможным что-либо говорить о цене на газ на границе. По части тарифообразования мы считаем, что у нас абсолютно выровненная ситуация, то есть в этом смысле работа проведена за последние два года колоссальная, я считаю. И я думаю, по части тарифообразования в Армении консенсус и понимание есть полное. Но по части цены на границе, да, сегодняшняя ситуация на рынках не сырьевых, конечно, указывает на то, что вопрос цены на газ в принципе актуален, и, соответственно, он провоцирует переговорный процесс, который сейчас ведется. По результатам я вам сообщу дополнительно. Спасибо.